Во второй половине дня на площади имени Зайналабида Батырмурзаева состоялась акция памяти жертв трагедии, с которой жители Кемерово столкнулись 25 марта. На площади начали собираться люди с белыми шарами и цветами в руках. Жители города самостоятельно создали мемориал жертвам погибших от пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который состоял из сотен цветов, записок, детских игрушек и свечей. Друзья мои, я, пользуясь случаем, хочу сказать вам, давайте общими усилиями проверим наш город, все развлекательные точки в городе, которые у нас есть, детские площадки, перевести на первый этаж, начиная, значит, другие, значит, места, чтобы такая трагедия не разыгралась. В импровизационном собрании глава города Зайнутдин Акмазов отметил важность единства во времена, когда страну постигают тяжелые испытания. Боль утраты будет долго еще напоминать нам о страшной трагедии, которая унесла жизнь 64 человек, среди которых были как взрослые, так и дети. Многие из тех, кто принимал участие, не сдерживали своих слез и эмоций. Гибель детей никого не оставила равнодушными. Именно поэтому на объявлении о собрании на площади в память о жертвах пожара в Кемерово откликнулись несколько сотен горожан. На площади со словами скорби выступили многие общественные деятели, представители различных объединений, а также стихи, которые зачитали дети. Теперь уже не страшно, мама. Теперь душа моя поет. Теперь легко и словно крылья меня несут от всех забот. Не плачь. Уж так случилось, мама. Ровно 16:11 в момент начала пожара в торговом центре были запущены 1000 белых шаров в небо в память о всех погибших. В городе Кемерово в торговом центре начался страшный пожар. Сегодня ровно в эту минуту мы отпустим эти белые шары, как память о тех погибших в этой страшной трагедии. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».